В районах Омской области продолжается открытие спортивных объектов, запланированных программой «Газпром детям». Так, в Крутинском муниципальном образовании появилась 5-я в области и 2-я в Крутинке детская спортивная площадка. Перед торжественным открытием учащиеся из ближайшего лицея с нетерпением ждали момента, чтобы самим опробовать все преимущества долгожданной площадки. Когда будет откроется коробка, мы будем сюда ходить с друзьями. Ну скажи, вы долго ждали открытия такой площадки? Ну да. А чем она хороша для вас? Ну, что она новая и что на ней как-то лучше, чем на старых. И лед хороший. Вы будете на физкультуре сюда ходить кататься? Думаю, да, конечно. Еще буду весной, когда мы будем играть в баскетбол тут. Ну, я думаю, так. То есть и в баскетбол, да, и на коньках? Да, потому что там есть и корзина, и щит. Зимой лед, летом кольца и специальное покрытие. Все плюсы многофункциональности отметил губернатор Омской области Виктор Назаров. В компании заместителя министра спорта Омской области и главы Крутинского района он торжественно открыл новый спортивный объект. Открытие таких площадок, конечно же, радость, наверное, не только для вас, а это радостное событие и для правительства Омской области. 10 таких площадок по Омскому региону построено было в этом году. Эта программа не заканчивается на том, что сделано. Эта программа будет продолжаться. Такие площадки, и не одна, должна появиться в каждом районном центре. Не обошлось и без подарков. Мячи и клюшки из рук главы региона юные спортсмены Крутинки приняли с особым почтением. В ответ пообещали стараться на спортивном поприще, представляя Омскую область на всероссийских соревнованиях. Теперь, когда появилась эта замечательная площадка, наши хоккеисты смогут добиться еще не одной победы. Сегодняшнее событие для меня очень важно, так как я давно занимаюсь спортом. И на тренировке мне приходилось ездить за 50 километров в город Тюкалинск. Но когда появилась эта замечательная площадка, я смогу чаще кататься на коньках, а значит и чаще побеждать. Благодаря этой площадке у крутинских спортсменов будет возможность подтянуть свою спортивную форму перед летними сельскими играми «Королева спорта». В 2018 году они пройдут здесь, в Крутинском районе, и именно на площадках, построенных по программе «Газпром детям». Площадка для крутинцев долгожданная, потому что в райцентре ее не было. И то, что она очень удобно расположена рядом с основным учебным заведением, с лицеем, это тоже как бы дорого стоит, что здесь и помимо проведения основных мероприятий, да, каких-то районных, можно и учебный процесс школы, как бы все в одном месте. В рамках программы «Газпром детям» в Омской области уже были открыты 6 многофункциональных площадок. В ближайшее время планируется запустить спортивные объекты еще в 2 районах – в Усть-Ишиме и Больших Уках, будущей столице праздника Севера 2015. Всего планируется ввести в эксплуатацию 10 площадок.